что-то трястись в траве. Перевернулся в тонус. Если в тот момент вы не сделали того, что должны были, это могло привести к разрушительным последствиям. Не до этого. Погибло много народу. Другой разберется с этим. Показалось. Чем они так похожи на нас? Смотри, если новости. Происходят странные вещи, аварии. Порой нам кажется, что время нарушает свои собственные законы. Близко к Земле пролетал метеорит неизвестного происхождения. Его магнитное поле изменило пространственно-временной континуум Земли. В некоторых местах время вернулось назад, образуя две линии судьбы в одном пространстве. Девушка, ты вернулась на минуту на себя, а брюнетка?